بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Веление Аллаха непременно свершится. Так не пытайтесь же его ускорить. Хвала Ему Всевышнему, и превыше Он того, чему они поклоняются наряду с Ним. Он по Своей воле ниспосылает откровения тем из Своих рабов, кому Он пожелает, повелевая, увещевайте, что нет иного божества, кроме Меня, так бойтесь же Меня. Он сотворил небеса и землю со Своей божественной истиной. Он превыше того, чему они поклоняются наряду с Ним. Он создал человека из капли семени, и после этого человек открыто с Ним пререкается. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Он также сотворил скот, от которого тепло для вас. Вы получаете от него разную пользу и питаетесь им. И для вас, в домашних животных, их природное великолепие вечером, когда вы загоняете их домой, и утром, когда вы их выпускаете на пастбище. Они перевозят ваши грузы в места, до которых вы не смогли бы сами добраться, иначе как с большим трудом. Воистину, ваш Господь всемилостивый, всемилосердный. Аллах сотворил для вас также коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом, и чтобы они были для вас украшением. Он творит и то, чего вы не знаете.
Аллах указывает на прямой путь истины, но есть и неправедные пути, не ведущие к ней. Если бы Он пожелал, Он бы всех вас направил на прямой путь. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Он тот, кто не спосылает с неба воду, которую вы пьете, и от нее произрастают пастбища, где вы пасете скот. Этой водой он взращивает вам злаки, маслины, пальмы, виноградные лозы и разные плоды. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Он для вашей пользы подчинил вам ночь, день, солнце и луну. Звезды по его повелению тоже служат вам. В этом знамение для людей разумеющих. Инна фи залика лааятан ликауми яддаккарун. Ва хуа аллази саххара аль-бахра литаакулу минху лахман тарийан ва тастахриджу минху хильятан тальбасунаха. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Он подчинил вам также то, что Он сотворил для вас на земле из разнообразных по цвету созданий. Воистину, в этом знамение для тех, кто внимает наставлениям. Он тот, кто починил для вашей пользы море, чтобы вы питались из него свежим мясом рыб и извлекали из него украшения, которые носите, то есть коралл и жемчуг. И ты, человек, видишь, как корабли рассекают его, перевозя ваши грузы. Аллах починил вам море, чтобы вы снискали его милость. Может быть, вы будете благодарны ему.
Аллах установил на земле прочно стоящие горы, чтобы она не колебалась с вами, и провел реки и дороги, чтобы вам добраться верно до цели. И приметы Он установил на путях, а по звездам люди находят правильный путь ночью. Неужели тот, кто творит, равен тому, кто ничего не может создать? Неужели вы не внимаете назиданию? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. А если вы попытаетесь сосчитать все милости Аллаха, то вы их не сосчитаете. Воистину, Аллах всепрощающий, всемилосердный. Аллах знает и то, что вы скрываете, и то, что вы открыто обнаруживаете. И тем, кому многобожники поклоняются наряду с Аллахом, не в состоянии ничего сотворить, ведь они же сами сотворены. Они мертвы, безжизненны и не знают, когда люди будут воскрешены. Илахукум илахун вахид, фаллазина ла юминуна бил ахирати кулубухум وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Ваш Бог един, но сердца тех, кто не верует в будущую жизнь, отрицают единобожие. Они высокомерны, поэтому отвергают судный день. Несомненно, Аллах знает и то, что они утаивают, и то, что они объявляют открыто. Воистину, Он не любит высокомерных. Когда же спрашивают их: «Что же вас Господь не спаслал Мухаммаду?» Они отвечают: «Сказки древних народов». В судный день они полностью понесут наказание за свои грехи, а также за часть грехов тех, кого они ввели в заблуждение по невежеству, как скверна их ноша. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاءُونَ فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Те, кто жил до них, тоже строили козни против своих посланников, но Аллах разрушил их строение до основания, так что крыша обрушилась на них, и наказание постигло их оттуда, откуда они и не ждали. И в день воскресения Аллах покроет их позором и спросит: «Где те, кому вы поклонялись наряду со мной, из-за которых вы препирались с моими посланниками, те, кому дано знание из пророков и верующих?» Скажут: «Воистину, позор и зло ныне постигнут неверных». الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Которых ангелы умертвили неверными, тогда они покорно скажут: «Мы намеренно не совершали злодеяний». Им будет сказано: «Но нет, воистину, Аллах знает все, что вы совершали. Так войдите же во врата ада, где вам там вечно пребывать. Какое же скверное жилище высокомерных». وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. А когда спросили богобоязненных, что не спаслал ваш Господь, они ответили: «Благо тем, кто совершал в земном мире добрые дела, воздастся добром, а жилище в будущей жизни, рай, будет лучше. Как прекрасна обитель богобоязненных, сады вечности, в которые они войдут и по которым текут реки. Там для них есть все,
чего они пожелают. Такой доброй награды Аллах воздаст богобоязненным, которых ангелы упокоивают очищенными от неверия и говорят им при смерти: «Мир вам!» А в судный день им скажут: «Войдите в рай в награду за то, что вы совершали». يَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Чего же неверные ждут, чтобы уверовать? Разве они ждут, пока к ним явятся ангелы смерти? Или пока свершится повеление твоего Господа наказать их? Такое же делали и те, кто жил до них, и Аллах погубил их. Аллах не был несправедлив к ним, а они сами были несправедливы к себе. Так им было воздано за свои злодеяния, и постигло их то наказание, над которым они смеялись. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Многобожники говорят: если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не поклонялись бы никому, кроме Него, и мы не установили бы запрет на что-либо без Его дозволения. Так же говорили и те, кто жил до них. Разве у посланников есть другая обязанность, кроме ясной передачи послания Аллаха? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Воистину, мы посылали каждой общине посланника, чтобы он призвал такими словами: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте идолопоклонства». Среди них были такие, которых Аллах направил на прямой путь, а также такие, которым предопределено было заблуждение. Так идите же по земле и посмотрите, каков был конец тех, кто лжецами счел посланников. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
Сколько бы ни старался ты, Мухаммад, направить многобожников на прямой путь, Аллах не наставит на него тех, кому Он предопределил заблуждение, и для них нет защитников от наказания Аллаха. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Они поклялись именем Аллаха, величайшей клятвой. Аллах не воскресит тех, кто умер. Но нет, Он воскресит их всех согласно Его истинному обещанию. Но большинство людей этого не знают. Аллах воскресит их всех, чтобы разъяснить им то, в чем они разногласили, чтобы неверные убедились, что они лгали, отвергая воскресение. Воистину, когда мы желаем чему-либо быть, нам стоит только сказать «будь», и оно будет. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Тем верующим, которые переселились во имя Аллаха из Мекки в Медину, после того, как они подвергались притеснениям, мы даруем прекрасные жилища в земном мире, а их награда в будущей жизни будет еще больше. О, если бы знали об этом неверные и те, кто боится переселения! Это те, кто терпелив и кто полагается на своего Господа. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. И до тебя, Мухаммад, посланниками мы посылали только людей, которым мы внушали откровение. Так спросите же, многобожники, знатоков прежних писаний, если вы не знаете этого. Мы послали их с ясными знамениями и писаниями, а тебе мы ниспослали Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и чтобы они задумались и вняли назиданием. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Неужели те, кто замышлял злые козни против Мухаммада, желая его убить или изгнать, не опасаются, что Аллах повелит земле поглотить их, или наказание постигнет их, откуда они никак не ожидают, или что Он поразит их при передвижении по земле, и им не спастись от наказания Аллаха, или что Он пошлет им медленное наказание. Воистину, ваш Господь всемилостивый, всемилосердный. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ Разве они не размышляют над тем, что сотворил Аллах, чьи тени склоняются направо и налево, покорно подчиняясь Аллаху? И Аллаху покорно подчиняются все живые существа, что обитают на небесах и на земле, а также ангелы, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего Господа, который превознесен над ними, и выполняют все, что им велено. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ Аллах сказал, «Не поклоняйтесь двум божествам. Воистину, Бог един. Так бойтесь же только Меня. Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Только лишь Ему надлежит неустанно и покорно поклоняться». Неужели вы боитесь еще кого-либо другого, кроме Аллаха? إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Все блага, которые вы имеете от Аллаха, когда же вас постигает несчастье, вы взываете только к Нему. Когда же Он избавляет вас от несчастья, некоторые из вас начинают поклоняться другим божествам наряду с Ним.
Таким образом, они отрицают то, что мы даровали им. Так наслаждайтесь благами мирской жизни, ибо потом вы узнаете последствия ваших поступков. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Многобожники дают долю из того, чем мы их наделили идолом, а они не знают, что идолы не приносят пользы, а причиняют вред. Клянусь Аллахом, вас непременно спросят о том, что вы измышляли. Они приписывают Аллаху дочерей, причист он от того, чтобы у него было потомство, а себе многобожники приписывают то, чего они желают. Когда кому-нибудь из них сообщают, что у него родилась дочь, его лицо чернеет от скорби, и его охватывает гнев. Он скрывается от людей из-за дурной вести, которую ему сообщили. Он колеблется, оставит ли в живых новорожденную девочку и терпеть унижение, или же закопать ее живьем в землю. Как скверно они рассуждают. Лиллазина ла юминуна биль-ахирати мазалус-сауи валиллахиль-мазалу-л-а'ла ва хуваль-азизуль-хаким. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Тем, кто не верует в будущую жизнь, наихудший пример, так как они живьем закапывают новорожденных девочек. Аллах же наилучший Он, един, и нет другого божества, кроме Него. Он всемогущий, наимудрейший. Если бы Аллах сразу наказывал людей за их злодеяния, то Он не оставил бы на земле ни одного живого существа, но Он дает им отсрочку до установленного им срока. Когда же их срок наступит, то они даже на час не смогут ни отсрочить, ни ускорить его. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ
مخلطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Многобожники приписывают Аллаху то, что им самим ненавистно, дочерей и соучастников. Их уста лгут, утверждая, что им уготовано наилучшее, то есть рай. Несомненно, что им уготован ад, куда они первыми будут ввергнуты. Клянусь Аллахом, мы и до тебя, Мухаммад, посылали к народам посланников, но шайтан, разукрасив, представлял им их злодеяния в прекрасном виде. Он – их покровитель в земной жизни, а в будущей жизни их постигнет мучительное наказание. Мы ниспослали тебе, Мухаммад, Коран, чтобы ты разъяснил людям то, в чем они разногласят из вопросов религии, как руководство к прямому пути и милость для верующих. Аллаху أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون Аллах ниспосылает с неба воду и оживляет ею мертвую землю. Воистину, в этом знамение, подтверждающее истинность воскрешения для тех, кто способен прислушаться. Воистину, для вас, люди, в домашнем скоте назидание, мы поим вас из того, что образуется у них в желудке между пометом и кровью, чистым молоком, вкусным для тех, кто пьет его. Из плодов финиковых пальм и виноградных лоз вы получаете хмелящий напиток и добрый удел пропитания. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Твой Господь внушил пчеле: строй себе жилище в горах, в деревьях и в ульях, что строят тебе люди. А потом питайся различными плодами и летай по путям, которые твой Господь сделал для тебя доступными. Из чрева пчел выходит питье разного цвета, в котором лечение для людей. Воистину, в этом знамение для тех, кто размышляет о могуществе Аллаха. Валлаху халакакум сумма ятаваффакум, ва минкум ман юрадду иля арзалил умури ликай ла яълама баъда илмин شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Аллах вас сотворил, потом Он умертвит вас. Среди вас есть и такие, которые доживут до самых глубоких лет старости, и часто в этом возрасте они теряют свои обретшие знания. Воистину, Аллах всезнающий, могущественный. Аллах предпочитает одних из вас другим по жизненному уделу, но те, которые наделены большим уделом, не делят свой удел со своими рабами, чтобы те были равными с ними в уделе. Если они так поступают, то как они могут отрицать милость Аллаха, поклоняясь наряду с Ним другим божествам? Валлаху джаала лакум мин анфусикум азваджан ва джаала лакум мин азваджикум банина ва хафада. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. الله сотворил вам супруг из вас самих, даровал вам от них детей и внуков и дал вам всякие блага. Неужели некоторые люди после этого веруют в ложь и отрицают милость Аллаха, придерживаясь многобожия? ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
они поклоняются наряду с Аллахом тому, кто не властен даровать им какой-либо удел ни с неба, как дождь, ни с земли, как плоды деревьев и растения. Так не уподобляйте никого Аллаху, ведь Аллах знает, что не сравнится с Ним никто и ничто, а вы не знаете этого. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Аллах привел притчу о рабе, невольнике, который ни над чем не властен, и о человеке, которого мы наделили добрым уделом, и он расходит из него на благие дела тайно и явно. Неужели они равны? Хвала Аллаху! Но большая часть людей не знает, какое наказание уготовано им и тем, кто придерживается многобожия. И привел Аллах еще притчу о двух мужах. Один немой, ни на что не способный, и тяжко обременяющий своего господина. Куда бы его ни послал господин, он не принесет никакого добра. Неужели он будет равен тому, кто призывает следовать справедливости и находится на прямом пути? ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Аллах знает сокровенное на небесах и на земле. Судный час наступит мгновение ока, или еще быстрее. Воистину, Аллах над всякой вещью властен. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали, и даровал вам слух, зрение и сердца, чтобы вы были благодарными Ему и уверовали. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن
ربكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Неужели они не видели покорных Аллаху птиц, которые летают в небе? Никто не удерживает их, чтобы не падать, кроме Аллаха. Воистину в этом знамение для верующих людей. Аллах даровал вам жилища, чтобы в них жить, а из шкур скота научил делать шатры, которые легки для переноса, когда вы в пути или отдыхаете, при ваших остановках на привал. И даровал вам способность делать предметы из их шерсти, пуха и волоса, а также разную утварь, которыми вы пользуетесь до предопределенного срока. ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Аллах даровал вам тень из того, что Он сотворил, чтобы защищаться от зноя, дал вам в горах убежища, то есть пещеры, и дал вам одеяния, которые защищают вас от жары и холода, и одеяния, то есть доспехи, которые защищают вас от ярости друг друга в сражениях. Даруя все это, Он завершает свою милость к вам, чтобы вы предались только Ему. Но если они отвернутся от ислама, то тебе надлежит только ясно передать послание Аллаха. Они признают милость Аллаха, а потом отвергают ее, придерживаясь многобожия. Большинство из них – неверующие. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Вспомни, Мухаммад, судный день, когда мы из каждого народа выставим свидетеля, то есть их пророка. Неверным не позволят ни просить о прощении, ни обратиться с покаянием. Когда же неверные увидят наказание, оно не будет им облегчено, и не будет дана им отсрочка. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا
ذَلِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ Когда многобожники увидят тех, кому они поклонялись наряду с Аллахом, они скажут: «Господи наш, это наши божества, которым мы поклонялись наряду с Тобой». Но те им скажут: «Воистину, вы лжецы». В тот день они будут вынуждены подчиниться приговору Аллаха, и исчезнет у них все, что они измышляли. Тем, кто не уверовал и отвратил людей от религии Аллаха, мы прибавим другое наказание к тому наказанию, которое постигнет их за то, что они распространяли нечестие на земле. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Напомни, Мухаммад, им судный день, когда мы перед каждым народом выставим свидетеля из их же среды, то есть их посланника, и мы выставим тебя свидетелем против твоего народа, и мы тебе ниспослали Коран для разъяснения всех вопросов религии, необходимых людям, как руководство к прямому пути, милость и радостную весть о рае для мусульман. Аллах يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Воистину, Аллах велит придерживаться справедливости, совершать благочестивые деяния, проявлять щедрость по отношению к родственникам. Он запрещает мерзость, порицаемые поступки и беззаконие. Так Он наставляет вас, чтобы вы вняли наставлением. Будьте верными завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте своих клятв после того, как вы их подтвердили и призвали Аллаха быть своим поручителем. Воистину, Аллах знает, что вы вершите. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. И не будьте подобны той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как она крепко свела нитки. Не пользуйтесь своими клятвами, как средством обмана между собой, когда одни из вас превосходят других в силе. Воистину, Аллах вас испытывает, повелевая вам быть верными своему завету. А в день воскресения Он разъяснит вам то, в чем вы между собой разногласили. Если бы Аллах пожелал, Он сделал бы вас одной общиной, но Он уводит с прямого пути, кого пожелает, и наставляет на него, кого пожелает. А в судный день вас непременно спросят о том, что вы вершили. بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И не используйте свои клятвы для обмана друг друга, чтобы ваши ноги не поскользнулись после того, как они твердо стояли на пути ислама, а не то вас постигнет наказание за то, что отвратили других от пути Аллаха, а в будущей жизни вас постигнет великое наказание. И не продавайте данный Аллаху завет за ничтожную цену. Воистину, та награда, что у Аллаха, лучше для вас, если бы вы только знали. То, что у вас обретено из мирских благ, скоротечно, а то, что у Аллаха, вечно. Тем же, кто терпел, выполняя свои заветы, мы воздадим наградой лучше, чем их деяния. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Верующим, совершающим добрые деяния, будь то мужчина или женщина, мы непременно даруем благодатную жизнь и воздадим наградой лучшей, чем их деяния. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Когда ты читаешь Коран, то проси сначала у Аллаха защиты от шайтана, проклятого и побиваемого камнями. Воистину, шайтан не имеет никакой власти над теми, кто уверовал и полагается только на своего Господа. Ведь шайтан имеет власть только над теми, кто повинуется ему и поклоняется наряду с Аллахом другим божествам. Аллаху а'ламу бима юназзилу, калу иннама анта муфтар, бал акфарухум ла я'ламун. Кул наззалаху руху л-кудус мин раббика бил хак, ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Когда мы заменяем один аят другим, а ведь Аллах лучше знает, что не спосылает, то неверующие говорят: «Поистину ты, Мухаммад, всего лишь выдумщик». Нет, большинство их не знает истину Корана. Скажи, что Святой Дух Джибрил принес Коран от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить веру в сердцах тех, кто уверовал, а также как руководство к прямому пути и радостную весть для мусульман. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Ведь мы знаем, что мекканские многобожники говорят: «Воистину, это всего лишь человек некий, который учит Мухаммада Корану». Но язык того человека, на кого они указывают, иноземный, тогда как язык Корана ясный, арабский. Инналлазина ла юминуна би аяти Аллахи ла яхдихиму Аллаху ва лахум азабун алим. Иннама يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Воистину, Аллах не наставит на прямой путь тех, кто не верует в знамения Аллаха. Для них уготовано мучительное наказание. Воистину, измышляют ложь только те, кто не верует в Коран. Именно они и есть лжецы.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Гнев Аллаха обрушится на тех, кто отрекся от веры в Аллаха после того, как он уверовал в Него, за исключением тех, кто принужден был к этому, но отрекся только на словах, а его сердце исполнено веры. А на тех, кто раскрыл свое сердце для неверия, падет гнев Аллаха, и для них будет великое наказание. Это потому, что они предпочли земную жизнь жизни будущей, и потому, что Аллах не направляет к прямому пути тех, кто не верует. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Это те, чьи сердца, слух и зрение Аллах запечатал. Это те, кто пренебрегает наставлениями. Несомненно, что они в будущей жизни потерпят убыток. Воистину, твой Господь Мухаммад будет всепрощающим, всемилосердным к тем, кто переселился в Медину после вынужденного отречения от веры, а потом, проявляя терпение, боролся на пути Аллаха. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Настанет судный день, когда каждый человек будет защищать только самого себя, и каждому будет воздано за свои деяния, и никто не будет несправедливо обижен. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
Аллах приводит в качестве притчи историю жителей города Мекки, которые жили в мире и безопасности. К ним отовсюду приходил обильный удел, но они не благодарили Аллаха за его милости. Тогда Аллах наслал на них голод и страх, которые окутали их, словно одежда, за то зло, что они творили. Ведь пришел к ним посланник из них самих, но они сочли его лжецом, и тогда постигло их наказание за то, что они были нечестивы. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Ешьте же, верующие, то, что Аллах вам даровал, дозволенное и чистое, и будьте благодарны Аллаху за Его милость, если вы искренне Ему поклоняетесь. Воистину, Аллах запретил вам в пищу только мертвечину, кровь, свинину и то, над чем не было упомянуто при заклании имя Аллаха. Но если кто вынужден будет есть что-либо запретное, не ослушиваясь Аллаха и не приступая границ необходимого, то воистину Аллах всепрощающий, всемилосердный. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. И не вещайте вашими устами ложь, утверждая: это дозволено, а это запретно, измышляя на Аллаха ложь. Воистину, те, кто измышляет ложь на Аллаха, никогда не преуспеют. В этой жизни им ничтожное наслаждение, а в будущей жизни им уготовано мучительное наказание. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. А иудеям мы запретили то, о чем мы тебе поведали раньше: мясо животных, имеющих цельное копыто, и жир коров и овец, за исключением жира, содержащегося в их позвоночниках или внутренностях, или жира, что смешался с костями. И не мы были несправедливы к ним, а они сами были несправедливы к себе. Воистину, твой Господь к тем,
кто совершил злодеяние по неведению, а затем раскаялся и исправился, всепрощающий, всемилосердный. Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифан ва лам яку миналь мушрикин шакиран ли анъумихи اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Воистину, Ибрахим был примером всех наилучших нравственных качеств, был покорным Аллаху, придерживаясь единобожия, и не был он из многобожников. Он был благодарен Аллаху за его милости, и он избрал его и направил на прямой путь. В ближней жизни мы ему даровали добро, а в будущей жизни он, несомненно, будет среди праведников. Затем мы внушили тебе в откровении: следуй религии Ибрахима, который придерживался единобожия, и не был он из многобожников. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Воистину, почитать субботу предписано только иудеям, которые впали в разногласия относительно ее. Но в день воскресения твой Господь рассудит их в том, в чем они разногласили между собой. Удъу иля сабили раббика бильхикмати вальмауизатиль хасанати ваджадильхум биллати хия ахсан. Инна раббака хуа а'ламу биман далла ан сабилихи ва хуа а'ламу биль мухтадин. Призывай, Мухаммад, людей к религии твоего Господа мудростью и добрым наставлением и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сбился с его пути, и лучше знает тех, кто идет прямым путем. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Если же вы, мусульмане, наказываете тех, кто обидел вас, то наказывайте их соответственно тому, как вы сами подверглись наказанию. А если вы проявите терпение, то это будет лучше для терпеливых. Так будь терпелив, Мухаммад, ведь твое терпение от Аллаха. Не печалься из-за того, что они не уверовали.
и пусть их коварные замыслы не печалят твое сердце. Воистину, Аллах с богобоязненными и теми, кто творит добрые деяния.